Из этой нычки нас никто не убьет, чуваки. Смотрите, он стреляет, но ХП у нас не уменьшается. Всем здорово, ребята. И сегодня будет самый пушечный ролик, потому что мы сегодня будем играть в Hide Online. Вышло новое новогоднее обновление. Сегодня все затестим, оценим. И, кстати, это первый ролик в этом году. Поэтому, чуваки, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Но перед началом этого видеоролика, ребята, если вам нравится мой контент, то вы можете мне задонатить хоть 5 рублей. Ссылка будет в описании и в закрепленном сообщении. Ребята, вот такая у меня вот коллекция из обликов. Не знаю, вроде нормально, но я не так часто играю. Вот такие у меня есть оружие. Я очень хочу в себе какое-то новогоднее оружие. Оно очень круто выглядит. Просто посмотрите, тут вообще пушка. Вообще огонь, чуваки. А также посмотрите, какие крутые скины. Это же этого. Как из какого-то мультика. Ребята, напишите в комментариях, из какого этого мультика. Так, это просто крутой снеговик в крутом свитере. И это, по-моему, какой-то эльф. Ну ладно, все, давайте начинать. На этой карте есть очень крутая нычка, которую я сегодня вам покажу. Кстати, как вам мое оружие? По-моему, оно очень стильное, очень прикольный лазер и такого вообще красивого цвета. Вообще топчик. Так, чуваки, пока я даже не вижу, где они могут прятаться. Но, кстати, я пока не вижу новогоднего обновления. Даже на Хэллоуин они украсили, а на Новый год что-то вообще ничего не украсили. Это, конечно, печально. Чуваки, пришло время показать вам супер крутую нычку. Так, ребята, сейчас нам как-то надо главное пройти туда незаметно. Так, ребята, заходим сюда вот так. И до края, чуваки. Обязательно до края сюда. То есть не вот не здесь, а именно до края. Из этой нычки нас никто не убьет, чуваки. Смотрите, он стреляет, но ХП у нас не уменьшается. Это вообще супер нычка. Чуваки, мы выиграли. Ха-ха. В общем, очень крутая нычка. Но, кстати, если вот, например, гамбургером там стоять, то можно тебя прострелить и убить. Главное не тут прятаться, а вот тут, потому что тут простреливает спокойно. Так, чуваки, ну давайте мы поубиваем их. Сейчас гранатка залетит. Это была самая худшая гранатка в моей жизни. Куда пошел? Вот так, вот так. Я вижу гамбургер. Я вижу гамбургер. Чуваки, вот он в нашей нычке. Про что я говорил-то? Поэтому прячьтесь лучше сюда, потому что тут не простреливается. Но мы и выиграли, вообще кайф. Чуваки, я теперь молоко. Кстати, молоко тоже в этой нычке можно. Молоко, спрайт, но кроме бургера. Давайте попробуем еще раз. И до края. Так, чуваки. Ну, это прям чит-код, ребята, чит-код. А если попрыгать? Они тоже нас не видят. Можно даже прыгать, вообще кайф. Даже гранатка не действует на этой нычке. Давайте, чтобы было бы честно, мы выйдем из этой очень суперской крутой нычки и побегаем, просто потроллим этих охотников. Так, подождите, нам нужно мне бургером стать. Мне нужно бургером стать. Так, подожди. Ой, 15 хп. И быстро в нычку. Отлично. И круто то, что здесь все просматривается. Но давайте уже под конец катки. Так, аккуратненько. Выйдем. Самая глупая смерть. И лучший игрок... Не я. Очень странное обновление. То есть, кроме скинов и оружия, ничего толком-то и не обновилось. Конечно, вот там гирлянду они повесили. Но карты никак не изменились. Они даже, по-моему, на Хэллоуин обновили. Что-то там, да. Но на Новый год это печально. Всем пока.